На газовых заправках Петропавловска выстраиваются очереди машин. Дефицит автогаза в областном центре приносит значительные неудобства автомобилистам. Талоны на топливо уже не купить. Когда возобновят поставки сжиженного газа в регион, узнала наш корреспондент Наталья Волкова. Табличку «Газ по талонам» сегодня можно встретить на каждой заправке. Автомобилистов это расстраивает. Ведь те, кто не успел закупить талоны на топливо, временно переходят на бензин. Либо и вовсе становятся пешеходами. Сложнее всего приходится перевозчикам. Базар Бакин занимается частным извозом. Говорит, уже не помнит, когда спокойно заправлял полный бак. Ну, обычно мне где-то в неделю, где-то, наверное, литра 500 хватает. Просто достать талоны тяжело. Нигде не продают. На бензин перейти такая же проблема, то что... Бензина качество не то. Тяга больше расходует. Качества бензина нет. Дефицит газа в регионе – проблема ежегодная. В управлении энергетики и ЖКХ уточнили, осенью газоперерабатывающие заводы встают на ремонт, а аграрии приступают к массовой жатве. Руководитель отдела управления ЖКХ Максим Сизов заверил, что ведомство подало заявку на выделение дополнительных 500 тонн. На территории области реализация газа занимается на 17 газоснабжающих организаций. А в настоящее время в остатках имеется 503,5 тонны. В пути находится порядка 1300 тонн газа. В течение этой недели газ начнет поступать на станцию, и газоснабжающие организации начнут заниматься отгрузкой газа. Газ бытовые баллоны разливают свободно. Временно ограничены в потреблении только автомобилисты. В среднем население областного центра расходует по 6 тысяч тонн газа в месяц. Наталья Волкова, Тельгин Иманов, Коныш Казбеков, Петропавловск, 24 КЗ.